Я обращаюсь ко всем. У нас теперь есть Boosty. В чатике появляется ссылка, она в описании. Вы можете подписаться по разным тарификациям. Подписывайтесь на Boosty. Поддерживайте нас, не стесняйтесь. Ёлчики. Чё, видосы. А где видосы? Давай видосы. Вот видосы. Значит, у меня... Так, смотрим, борщ. Сегодня, смотрите, чё. Форшмак к водочке. Это у нас чё? Это у нас селедочка. А значит, что у нас будет сегодня форшмак. А где мои яйца, Анатолий? Так, я... Блин, я давно, кстати говоря, яйца, господи, форшмак не ел. У нас охлаждаются. Это значит, что мы, смотрите, что делаем. Берем лучочек, такую часть хватит, и меленько вот так вот. Все, вот столько хватит. И теперь на кубички. Enough. Так, сейчас в мисочку. Enough. Так, теперь в лучок немножечко дешечку сахара. Так, нормалды. И... Так, 12, 10, 22, 11, 12. Хотя прям что-то новое, день назад видео залито. Офигеть, 3 месяца уксуса уже моему. Было у меня, ну, где-то литра полтора, наверное. Вот, сейчас. Факи нам показывает. Вот дата у нас. Вот. И вот какая уже новая уксусная мать выросла. Ну, давайте попробуем отцедить, что нет. Видите, там на дне вот одна уксусная мать, еще одна. То есть я периодически встряхивал, она падает и образуется новая. Ну, бактерии так живут, что поделать, что спорить с ними. Уа-я. Господи, вот это нектарчик. Ну, получается, какой-то винный уксус. Какой прозрачненький. Надо вот так сделать. Песня. Так, ну-ка, проба. Проба пера. Терпкий. Винный такой. Моя бабушка так... Ну, мы всегда покупали уксус, мне никто не готовил сам. Классный. Так, это что значит? Уксус значит, именно. Что берем... Раз, два, три, четыре. Достаточно. Так, остаток уксуса. Оп. Вот так вот. И еще оставляем, там появится еще уксусная мать. Больше What? Уксусной матери. О, давайте чуть-чуть нерафинированного. Многоматерный уксус. Матушка. Мы же это все любим. О-о-о, огнище. Так, теперь давайте, смотрите, будем нарезать ингредиенты, которые по степени загрязнения доски. Так, возьмем лучок зеленый. Все же любят зеленый лук. Есть кто-нибудь из вас, кто не любит вашу мать... Зеленый лук. Это как вообще возможно? Ну да, это да, я и обычно люблю. Даша вот спрашивает. Я, кстати, очень люблю зеленый лук. Правда, редко его... Он быстро жухнет и не становится уже не очень, но его прям можно везде добавлять. Типа там яйцо жаришь просто на яйцо. Такой ароматности и какой-то такой особой пикантности добавляет всему. Да, Даша? Спрашивает, типа, как вообще люди догадались до того, чтобы есть лук либо сырым, либо... Ну, то есть, раньше он, наверное, мелкий был, вряд ли он такой крупный был, ну, вот такой вот, вряд ли. То есть, его культивировали и в итоге пришли к большому луку. Тем не менее, был момент, когда кто-то попробовал. Я думаю, что это на разных континентах люди попробовали. И такие, блин, что-то остро, надо к этому сало и борщица. И потом в сауну. Ну, типа, 156 320. Из-за уксуса появилась сауна и сало, и борщец. В 5-м году до нашей эры. Так, лучок Е. Дальше, яблочко. Яблочко, смотрите, добавим же сюда же, потому что здесь есть уксус, и оно не потемнеет. Ну, по идее, не должно потемнеть. Берем... Да, хватит сока. И вот так вот зачищаем. Чё, ребята, 2023 год, все удивлялись 2020-му, потом 21-й на спад пошел, да? Да, шлёс, это правда круто. Это кайф. Ну, единственное, что, блин, я сейчас хлеб не ем. Я снова на диете, но... Если бы был борщ, как можно было от такого отказаться? Второй. А что нас ждет в 2023-м? Как думаете? Давайте варианты. Инопланетяне прилетят, и мы такие, так все же знали про это. Метеорит херанет все, что есть на планете. Окажется, что Илон Маск все-таки марсианин. Ивлев научится готовить. Ну ладно, не, это уже из области фантастики. Гаш, самому смешно. Так, значит, рубаем. Засирает Ивлева, ну. На вот красиво. Какие-нибудь вот такие.
Ну, типа слайсики. Эти слайсики на соломочке. Анатолий, а что так по ранам видосов вообще мало? Ребята, мы запускаем борщ в пирожке, поэтому видосов мало. Времени не хватает. Как запустим, так и сразу начнем второй запускать, и опять времени не будет. А потом третий, а потом четвертый. Хотите, чтобы борщ в пирожке? Чтобы мы дофига запустили. Мы запустили, если что. Приходите пробовать. Мы еще косячим там. Так что можете прийти и похейтить с нас, что типа, шаверму вот это, картошка пережаренная. Да, у нас есть сейчас косяки. Мы это знаем, исправляем. Это не так просто, как кажется. На самом деле сложнее. Короче, технологию разрабатывать. Да. Потому что в рестике другое оборудование, другие тайминги. Ну, короче, в общем, заходите, Невский 44. Ну вот, яблочко, соответственно, А, он в Питере все-таки получается. Невский 44. Шлёс, хотите сходить? Паем меленьким кубичком и сразу же в нашу заправочку. Оп. Ну-ка, кстати, сама вот эта вот будет интересна или нет? Ну, а что ты думаешь, он где-то на юге? У него рестораны. Интересно, но с чем-то. Да, если селедки добавить, нормально будет. Но так сама по себе не очень. Так, яички наши. Во, огонь чистится. Это потому, что мы использовали спецсредства. Вот такая штука, смотрите. Вот, она, ну, нужна для того, чтобы вот сделать дырочку. Вот видите, вот дырочка здесь. То есть я вот так вот, оп. И, соответственно, туда попадает водичка, и она под пленочку попадает, в итоге яйцо легко чистится. Mm-hmm. Это сам... В Сочи вроде. Ну, сейчас он, у него, во-первых, футболка «Питер, культура, борщ», и он сказал «Невский». Наверное, вряд ли в Сочи есть Невский проспект, да? Вот, поэтому, видимо, переехал. Он в Сочи до этого был, да. Верный способ, чтобы яйца чистить... Ну, я слышал, ну, я не помню где, то ли в каком-то журнале научном, то ли где, говорили, что яйца, если под холодную воду сразу, ну, я не уверен, подскажите, как? А, как хорошо чистится. Так, яйца промыли, обсушим. Кстати, буду знать, можно на самом деле же проколоть просто яйцо. Одно можно в соль, кубах. Вкусно. Ай, захотелось вареного яичка. Как вы знаете, я белки не очень, а желтки очень. Итак, смотрите, яйцо у нас варилось 12 минут. Желтое чуть-чуть начало сереть, потому что мелкие, надо было 11 минут. Белки нафиг, это для этих, которые худые, а мы же жирные. 2, 3. Итак, 3 желтка и 2 яйца. Яйца. Вот так вот. А мне кажется, желтки более как калорийные, чем белки. И потом желточки погнали. О, прям. Ну, не песня. Смотрите, какая красавела. Да, кстати, в детстве мне не нравились желтки. Наверное, потому что их фигово готовили, они всегда были серыми. Так, замешиваем все вместе. А сейчас я люблю даже, когда яйца недоваренные, когда они такие жиденькие. Огонь. Ну-ка, сейчас попробуем на этой стадии. Уже хорошо, но сладенько. Из-за яблок, лука я бы добавил соли, но соли мы не будем добавлять. Мы добавим... Потому что, скорее всего, рыба соленая. Вот возьмем селедочку. Так, 1, 2, 3. Блин, теперь надо взять форшмак будет как-нибудь, где-нибудь, где есть готовый. Объясню, почему ты... Хотя шлёс и селёдка-то не нравится. Дальше. Например. И погнали, нам нужно кубики нарубать. Соответственно, вот так вот рубаем соломочкой. Переворачиваем. Ну, это так вкусно. Я помню, я где-то все, брал. Теперь немножечко вот так вот прошлись. Можно, конечно же, топориками. Если у вас бачок течет. Все, огнище. Сдвигаем в сторонку. И смотрите, так как я люблю смешивать всякие штукенцы, берем скумбрию копченую, да, холодного копчения. Mm-hmm. 3 штучки на такое количество. Причем отсюда сейчас еще будет отходов много, потому что там косточки. Вот так вот снижаем. Да, там как будто надо будет... 1, сердцевиночку, 2, там где косточки, вот так вот, реберные, оп, подсрезали, они реберные, вот так вот, вот такая филешечка. Так, дальше заряжаем сковородочку, пусть греется. Итак, смотрите, почему я вот в разных этих штуках делал. А я думал, там не будет термической обработки. Потому что берем гастроемкость. Гастроемкость. Сюда заряжаем
селедочку. Сюда заряжаем скумбрию. И большую часть, ну вот столько, наверное, нашего замута. Затем ложку сметаны. Вот такую ложку сметаны. Бах. Теперь нерафинированное маслишко в сковородочку. Бах. И хлебушек. Ва-я. Бах. Теперь вот в эту смесь добавляю сливочного масла. Ну, типа 1,5 ложки. И уже тогда переворачиваем наш хлебушек. Ай, ай, ай. Смотрите, какая красавица. Ай, ай. А уже тогда берем блендер. Паста. Ва-я. Нежненько, вкусненько. И уже тогда, ребята, берем вот эту вот штукенцию и сюда скидываем нашу селедочку кубиками. А я думал, там уже селедка, не то, он тоже и блендером. Ну, простите странно. Мою страсть к разным текстурам в одном блюде. Что поделать, так мне нравится. И вот эту штукенцию, которая там же внутри была. Грубо говоря, берете все ингредиенты и типа 60% блендерите. Все остальное кубиком рубаете и домешиваете. И в итоге у нас, смотрите, какая. Яхай. Угу. Хлебушек снимам бы. Так, ребятки, теперь пробуем, что у нас там внутри. Лучок хрустит. Класс. Селедка кусочками попадается. И такая текстура. 100% делайте так и не спорьте, я тут шеф. Но хочется... Перца. Перчика. И хочется горчицы, но я, извините меня, не взял горчицу. Еще такой, надо взять ядерную горчицу, и не взял. Но у нас есть вот такой васаби, он ядерный, там, кстати, есть тоже горчичная, либо порошок, либо эссенция какая-то. Ну да, васаби, это же не настоящий васаби, это тоже такой. Он ядерный, так что, я думаю, можно будет... Так, ядерный. А что, дальше на самом деле все... У меня прям все течет. Сильно просто. Берем хлебушек. Я представляю, как это офигенски. Оп, на вот такие. Берем 2 ложечки. Ну, не обязательно кнели делать, но я вам покажу, как делать красивенько. Набрали вот столько и ложкой. Раз, два. Соответственно, у нас вот получается такая. Оп. И вот так вперед. Оп. Оп, следующий. Оп. Блин, ну вот умеет человек. Вот мастерски делать. Да. Ну, вот все, видно, много не что... нужно этого нектарчика. Вот. Блин. Или нектарчик, это другое. Вообще, в идеале вот эту штуку в холодильник убрать, чтобы она постояла часик. Потом она будет такая поплотнее. Теперь, ребяточки, финализируем васаби. Не, так будет много. Жестко. Давайте вот так вот. Оп. Все, достаточно. Ну, да хоть почувствуется. Что это я на хлеб не намазал? Что-то ты, Анатолий, тупишь. С краешку вот так на хлебушку. Он у него само уже слюни. Главное немного, а то она капец ядерная. Ай. Усё. Так, ребятки, все, у нас все подготовлено, можно жрамба. А, ты, наверное, скажешь, что ну под это водочки бы, да? Ты что, думаешь, что я тебя не переиграю? Думаешь, я тебя не уничтожу? А? Белу... Нет, не ва. Так, одну уберем, Дарья у нас не будет. Так, ну давайте в качестве исключения мы как бы тоже как бы, не будем, хотя это не активация, но мы активируем. Контакт в пятницу, а? Че на сухую сидеть? Водки нет, но есть Джеймс. В сельском магазине из легких вин была только водка, а из цитрусовых лишь репчатый лук. Поэтому глинтвин вышел не очень. Кстати говоря, водка-то называлась как хлебное вино раньше. Ну, живот у него вырос. Ну, зато у меня нет, и это хорошо. Уважаемый децитанист, уважаемый чатик, давайте тоже вместе себя активируем, чтобы хуй стоял. Деньги были. На Владик фуру уходили, кабанчиком скакали люди, и жизнь была нихуй на блюде. Такая бутылочка, прям премиальная такая. Да, выглядит, да? Хорошо. Нева. Говорят, что это Нева. Итак, ребятки, вот у меня такая штукенция. Ага.
и вот такая штукенция. Ну, давайте, что ли... Я, конечно, не генерал. Ну... Хорошо. Нормальный. Нормально, ты пошел, нормально. Ребятки. Все классно, блин. Все кайф. Классно из меня повар получается. Жить нужно в кайф. Но необычно. Между первой и второй не люблю делать большие перерывы. Поэтому, ребята, за что? Понеслась душа. За что? Мы выпьем. Ты говоришь тост, а я пью. Нормальный расклад. Ну, вы мы это знаете. Кстати, благодаря современному непрерывному процессу дистилляции спирт получается чистой. И еще производится она небольшими партиями. Ну, надо это, да, уже и третью тогда. Пусть стоит, да? Так что ее, наверное, также можно... Не интеграция, твердая и четкая. Вылавливать, как нашу тушеночку. А мой тост аль с молотком. Аль с молотком, типа. Знакомый у вас ник какой-то. А, чтоб хуй стоял, и деньги были. На Владик фуру выходили, кабанчик, как люди. Жизнь была нихуя на блюде. Вы можете 700 рублей задонатить, я его еще раз прочитаю, уже выпив за ваше здоровье. И всех в чатике. И вот даже рецепт можно вот такой вот мутить к этой водке. Почему нет, когда да? В общем, если что, ребята, ссылочка на сайты. На все в описании, если вам интересно. Ты тоже сейчас захотел бахнуть по писярику, да? И... Я бахнул. Ну ладно, бахнем, раз ты так хочешь. Ой, чувствуется васаби немножечко. Так, как надо. Не сильно ядерно, потому что сильно будет слишком. А зачем слишком, когда сильно? Все, ребята, вырубайте, а то у вас сейчас... Слюнопад, затопит соседей, придется вызывать юриста. Это правда, это факт, это просто база. Вот я прям. Задавайте вопросы, спрашивайте, интересуйтесь. Формат интерактивный.